Дождался я таки нового квеста, ребят. Немножечко здесь пофармил. Купил себе один столик. Ну, не знаю, наверное, буду его потом оттуда переносить. Что-то мне тут не нравится. Плюс еще купил дополнительную печку. Вот сюда перенес. Здесь у нас гриль стоит. И сейчас нам по квесту нужно будет с вами поговорить с торговцем. У нас, по-моему, там открылся курятник и еще что-то. Плюс еще на гриле мы можем с вами делать эти ножки лягушачьи. Так что нужно будет сходить на озеро и посмотреть, как их добыть и как их приготовить. Ну а в принципе так, ничего больше не делал. Я жарил, будем проходить все вместе. Только когда будут вот такие квесты, которые нужно просто здесь, ну, угощать, так какие у наших гостей, готовить, я не буду записывать, так как это будет очень долго и нудно. Так, паутины больше нету? Нету. Давай смотреть, что у нас тут, квесты. Поговори с торговцем. Идем к торговцу. Привет. Так, слышали? Странное мычание доносится со двора. Проверь, что там? Может, такое новое испытание ждет тебя? Может, какое-то испытание ждет. Ля, а кто это? Да ты шо, ребят, у нас коровка появилась, да? Привет, зайчик. Привет, коровка. О, новое лицо. И не только лицо. Покружись, посмотрю на тебя. Давай. Ну да, я тут совсем недавно. Расскажи, что почем. Смешная новость. Была тут таверна, но разорилась. Потом вроде бы сграбили развалину и такими-то дурачками. Но шансов у них мало. Отлично, значит, конкурентам меньше. Выходит, моя таверна теперь единственная в округе. Она единственная и была. Поздравляю с приобретением. Спасибо, все сбережения на покупку ушли, но уверен, оно того стоит. Однозначно, ты, как и я, живу, шаришь в перспективных направлениях. Хочу предложить тебе вот этот отличный загон для животных. Выглядит не очень. Смотри в перспективу. Небольшой космический капитальный ремонт, и у тебя отличное ранчо. Отдам за полцены. За полцены? Беру. А за сколько? А сколько у тебя есть? Вот как раз половина. Хорошо, сейчас бегаю за деньгами. Никуда не уходи. Погоди, это зашло слишком далеко. Так даже не интересно. Из-за тебя придется менять поговорку. Отнять как конфетку. Как там тебя зовут? Что ты имеешь в виду? Загон твой. Серьезно? Огромное спасибо. Так, договор уже написан, это загон, часть таверны. С твоим вниманием к деталям, откуда у тебя вообще деньги на покупку? Ох, это грустная история. Работать пришлось много, копить. Где-то лет 500 осталось копить. А потом умер мой четвероюродный прапрадед. И стало мне наследством. А я ведь сирота, но как будто жизнь разделилась на до и после. Короче, вот твой загон, тебе его обустраивать. Слушай, работы не боюсь, но подскажи, чего мне нужно сделать? Для начала расчистить загон от мусора. Займусь прямо сейчас. До встречи, коровка. Да, давай, зайчик. Так, вот наш загончик, давайте очищать его от мусора. И, по-моему, мы можем с вами купить сейчас сюда курочку. И это будет прикольно, только я не знаю, нужно ли им питаться кукурузой, либо чем им нужно. Кормушка, насыпать ячмень, налить водички, хорошо. Тогда нужно будет ячмень посадить, собрать кукурузу. И посадить ячмень. Так, давай нальем водички. Вот сюда есть. И, по-моему, ячмень у нас где-то был, если не ошибаюсь. Но все равно. Сейчас купим, давайте, мешочек. Купим семена. Да, вот ячмень сутка. И семена 75. Все, отлично. И погоди. И, по-моему,
куру. Вот, домашняя курица 350, да? Есть, отлично. Одну куру мы купили. Что нужно? Квесты. Вернись к коровке. Хорошо, к коровке я вернусь. Только давайте соберем кукурузу, посадим ячмень. Чтобы было на всякие пожарные случаи. И да, кстати, из меню я пока месь убрал кукурузу и все остальное. Готовлю кашу и готовлю эль. Ну, из-за того, что я сам в заведении один, и сами понимаете, успевать на две плиты готовить это все как-то некомфортно. Возможно, когда у нас появятся помощники, я на это надеюсь, конечно, я не уверен, что они здесь есть, мы сможем с вами сделать огромное меню. Блин, ну по логике должны помощники же появиться, правильно? Я же должен буду кого-то нанять. В прошлой игре мы фей нанимали, но здесь, возможно, не знаю, может, обычных людей, или это специально рассчитано на то, чтобы мы играли командой, ну, онлайн, с кем-то, и они занимались этим всем, честно, без понятия. Так, давай сюда, давай сюда. О, отлично, теперь пошли поговорим с коровкой. И нужно будет сюда ячмень еще положить. Вот, хорошо. Привет, коровка. Опять ты. Все сделано, готова к следующей задаче. Ты в курсе, для чего тебе этот загон? Конечно, но я хочу сверить версии. Ты как думаешь, для чего он мне? Здесь очень удобно садить капусту. Животных. Здесь разводят животных. Ну да, это тоже, конечно. Хотя капусту как-то привычнее. Но я буду тут разводить животных. Замечательно, вперед, начинай разводить. А как? Что значит как? Ты же в курсе, откуда дети берутся? Ну там, пестики, тычинки. Конечно, ты что? Фильм есть один, там все показано в нем. Какой еще фильм? Ну, все же знают, что детей находят в капусте. Вот об этом фильме. В таком случае, да. Тут надо все засеять капустой. Займусь сейчас же. Стой. Хоть мне и было бы интересно понаблюдать за процессом, но на самом деле способ другой. Какой? Так, нужно посадить пару животных одного вида в загон и немного подождать. Хотя я не очень понимаю, зачем. Но сделаем. Мне еще капусту садить не обязательно. Но как же тогда? Ладно, коровка, ты очень мудра, я тебе верю. До встречи. Так, шикарно, давайте попробуем что-нибудь продать. И купить сразу две куры. И немножко капусты, чтобы у нас они размножались потом. Так. Угу. Продать. 480, расходники, продукты. О, шикарно. Теперь у нас две куры с вами. Ура. Так, давай вот сюда. Так, поместить две курицы. А каким образом? Угу. Так, а каким образом мне сюда их поместить? Ну вот вы. Пробел там. Квесты. Поместить две курицы в загон. А каким образом это сделать? Ага. На буковку J. Хорошо. Все. Выполнились. Выполнили с вами задание, да? Привет, коровка. Здоров. Слушай, реально работает. Я не до конца понимаю механизм, но из двух животных становится три. Теперь у меня будет много счастливых животных. Счастливых — это пока не... А до тех пор я окружаю их максимальной заботой. Я читаю сказки, пою им песни, кормлю. Ну а потом... Да.
Как ты спишь по ночам? Обычно насытый желудок, рада за тебя. Но не от всего сердца. Я должен что-то сделать, чтобы улучшить жизнь своим животным. Пожалуй, знаю как. В округе водятся шершни, мерзкие твари, не дают жития. Найди и уничтожь их гнезда. О, я это могу. Мой топор всегда со мной. Ну или в магазине. С одним топором оттуда живым не уйдешь. Тебе нужен огонь. Сжечь их огнем ради моих вкусняших животных. Да, да ты сама доброта. До встречи, коровка, мне пора. Так. Ля, как они размножаются быстро. Привет, домашняя курица. 8 из 10. Блин, ну пусть размножаются. Нам нужен огонь. А огонь у нас сколько стоит? Давайте посмотрим. Ну что-то, по-моему, дороговастенько, да? Так, расходники. Факел соточка стоит. Что я могу продать? Ага, стрел продать. Блин, ну стрелы мне нужны. Давай посмотрим, что у меня здесь есть. И могу ли я продать тебе... Допустим... Ядовитые железы. Можем продать? Можем, по-моему, да? Давай продадим. На крайняк еще потом этих пауков поубиваем. Так, давай продать. Есть, отлично. Берем факел. Во, пошли. Пошли сжечь, зажигать. Так, подожди, улья факелом. 4 штуки. Хорошо, побежали. Мне интересно, а я курочек потом могу... Рецепты жареные. Во, ага, изумрудный гриб. Прикольный, куриное филе. Лягушачьи лапки печеные. Кексы могу, да? Яйцо, мед, напитки... Короче, хорошо. Да, мы будем разноображивать, так сказать, разнообразить нашу, это как его, кухню. Разнообразие в ней будет, но для начала нужно, во-первых, денег насобирать. Сори, что туплю, просто смотрю, чтобы на нас никто не нападал. Денег насобирать нужно будет. Так, зелье телепортации, отлично. А потом, помимо денежек, нужно будет рабочих нанять. Ага. Ептвы. Ну да, я думаю, лучше вот так вот, либо топориком... А можно из тебя мед взять? О, мед берем. Отлично. А если мы подожжем? Шикарно. Шикарно. То есть вы обиделись, правильно я понимаю? Да. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Не будем тратить с вами. Ля, ты падла! Бросайся в дядю чем-то, да? А чем ты бросаешься, слышь? Хорошо. Давай вот так вот. Отлично. Шикарно. Вот есть. Давай мне сюда мед. И по идее, наверное, я тоже смогу, да, выращивать себе... Мед с улика, либо не смогу. Все, гори-гори, ясно. Чтобы не погасло. Все, есть, минус один. Все, я ухожу. Я понял. Или мне нужно разобраться со всеми вами, как думаете? Ты будешь меня стрелять чем-то? Так, 45, ага. Мне это не нравится.
Мне реально это не нравится. Есть. Я бы съел бы мед бы, наверное, сейчас бы, но... Не хочется его тратить, возможно, он мне пригодится. Как думаете, нужно этих шершней уничтожать? Ля ты, падла! Хотя я на упреждение брал. Так, хорошо. Прям как в Расте, да, вот это вот с луком охотимся. Чисто с арбалетом. Бомжики, бегаем. Отлично, отлично. Бум. Давайте, наверное, эти две штучки съедим. Ой, как хорошо восстановили здоровье себе. Шикарно. Побежали дальше. Так, привет. Как оно? Нужно сначала с этим разобраться, который нас стреляет. Уже со всеми остальными, да? Я не уверен, что мне болтов хватит на них всех. Сильно много уходит. Так. Отлично. Отлично, отлично. Ага, обиделся, да? Есть. Хорошо. Нет, плохо. Шикарно. Вообще замечательно. Тихо, тихо, тихо. Нямай, 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 нямай. Горим, да? Или что это? Так. Есть. Ладно, вот так обходить понемножечку их, и все. Не знаю, буду ли всех пчелок вот так вот убивать. Нет, не буду, ребят, у нас одна стрела осталась. Угу, у нас одна стрела осталась. А я могу поджечь их, либо не могу? Как думаете, вот могу, да? Либо не могу. Нет, не могу. К сожалению, не могу. Тогда ладно, давай просто их спалим. Не будем с ними играться, потому что у меня одна... Реально, одна стрела осталась, один болт, так сказать. Все, хорошо. Сейчас немножко прогорит и пойдем до следующего. Все, отлично. Все, до побачення. Так, топорик нельзя взять, жалко. Ага, ребят, здорово, как она? Как поживаете, нормально? Ну и самое главное. Так, вот с этими сейчас нужно будет быть максимально аккуратными, которые у нас стреляют шипами. Так, не попал. Попал. Есть, хорошо. Ёб твою, сколько вас здесь. Сейчас, ребят, погоди. Погоди, все, уходим. Все, вернуться к коровке, мы с вами выполнили. А что это у нас тут, телепорт есть какой-то, да? Зелье для телепортации. Наверное, тоже тратить пока мест не будем. Нужно будет его оставить. Все, можно идти спокойно, не спеша. За нами уже никто не гонится. Можно будет оставить его, либо продать. Мы куру можем с вами, либо, надеюсь, либо продавать, либо готовить, да? Должны будет сейчас посмотреть. Оставить две куры себе. Блин, по звукам такое чувство, что он бежит и ноги вообще не поднимает. Заметили? Как-то реализовали не очень. Ну ладно.
Так, здорово. Что я могу тебе продать? Я тебе могу зелье, да, продать? Зелье телепортации за 150. Не. Давай, наверное, лучше его оставим и посмотрим, могу ли я тебе продать наших курочек. Так, где наше зелье? Зелье телепортации. Вот у нас зелье для восстановления здоровья. Мед пусть будет. Мед этот я оставлю. Мы его потом занямаем. Давай вот сюда. Сейчас соберем с вами урожай. Да-да-да, привет. Сори, что не захожу к тебе, но занят немножко. Так, отлично. Сейчас перед тем, как подойти к коровке, попробуем взять одну курочку и попробуем ее продать. Так. Колодец, хорошо. Так, яйца есть. Ага, давай, наверное, черненького возьмем, да? Давай возьмем черненького и пойдем попробуем его продать. Надеюсь, что это получится у нас сделать. 350, представь. Представь, сколько денег. Мне даже бар открывать не нужно будет. Я могу чисто на курах это все делать. Угу. Интересно, интересно. Все, коровка. Привет, коровка. О, шершни оставили тебя в живых? Все хорошо, всего лишь несколько лишних отверстий. Рада за тебя. Слушай, корова, ты столько для меня сделала, так тепло ко мне относишься. Прям как папа в детстве. Поглядишь, в детстве было счастливым. Я хочу тебя отблагодарить, блюдо по твоему желанию. Ну ладно, я всегда хотела попробовать сладкий кекс. Отлично, это будет самый сладкий кекс в твоей жизни. Лишь бы он не был последним в моей жизни. Так, приготовить сладкий кекс. Приготовить кекс, 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 кекс. А кекс мы можем мед, яйцо, ведро с водой, ячмень. По-моему, нам для этого нужна печка. Если я не ошибаюсь, да? Нам же нужна будет для этого печь. Расходники, мебель. Где наша печка? Так, стол, стол, компостная яма. Вот, печь 400, хорошо. Я не знаю, что такое компостная яма, зачем она нужна? Не, я знаю, что это такое, но просто в игре зачем мне нужна эта компостная яма. Хорошо. Поднять, поднять. Мне интересно, они из этих яиц вылупляются, либо... Либо они просто их дают. Так, 4 куры. Может, одну продадим? Хотя, давай, давай 2 продадим. Мы ж, по-моему, 2 черных, да, сюда запускали? Домашняя курица, да. Все, давай вот так, сейчас продадим. Попробуем купить печку, сделать кекс для коровы. В меню его вводить пока мы не будем. Пока мы вводить его не будем в меню. Так, где наша печка? Блин, я ее потерял, ребят. Где наша печка? Вот наша печь. 400. А, 378. Продать, продать. Расходники, мебель. Печь и компостная яма. Все, давай смотреть. Давай вот так, компостную яму сюда и печку вот сюда. Компостная яма у нас становится где? Угу. Внутри. Только не врешу внутри. Давай посмотрим. Не? Компостная яма. Почему я не могу? Почему я не могу компостную яму? Так, печка. Печка давайте у нас встанет с вами вот тут вот. Готовить кекс. Ячмень 10. Яйцо.
Ага, 10, да? Нужно будет еще 5. Мед 5. Вода 5. Сейчас мед еще добавим. А кто мне подскажет по поводу компостной ямы? Что нам нужно делать? Так, давай сюда. Давай сюда. Это мы пока вместе оставим. Вот смотри, компостная яма. А, вот сюда, да? Есть. Наполнить мусором. А каким мусором? Каким мусором? Ты мне не подскажешь? Блин. А, возможно, вот эти огрызочки, да, которые остаются здесь у нас. Помните? Тут у нас эти посетители где-то яблочки оставляли. Огрызки яблок вот эти. Машита она. Так, что я хотел? Мне нужно еще 5 яичек, по-моему, да? Так. Да, еще 5 штучек надо. Отлично. Давай, наверное, купим еще одну куру. Нам же денежку вроде хватает. Чем больше курей, тем лучше. 350, 278. Что я могу продать? Продать ничего не хочу. Ага, за 60. Блин. Ну ладно, ладно, потом добавим. Как сказала коровка, по-моему, этих двух курочек должно хватить нам, правильно, чтобы они размножались. Да, я могу, конечно, сейчас открыть таверну и заработать по-быстрому, но... Даже не знаю, чтобы купить еще одну куру. Хорошо, давай. Ну, либо сейчас что-то продадим. Либо сейчас что-то продадим лишнее. Что у нас тут есть? Давай зелье здоровья продадим. Телепортация мне не надо. Клык волка. Печень медведя. Мясо кабана. Пусть будет. Мед по-любому пусть будет. Так, надо будет стрелы нам закупить за соточку. Давай, наверное, мы... Брать. Нет. Вот так вот. Продадим этот стул. Он мне реально пока мне здесь не нужен. Здорово. Давай. Продать. И купить расходники. Давай куру одну купим. Купим одну куру. Угу, вот так вот. На Джей. Во, все, смотри. Ну красиво ж, красиво, правильно? Теперь давайте мне яишки. Так. Одно есть, осталось 4 подождать. Давайте, наверное, подождем. И подумаем, что мы будем делать потом в следующей серии. Хотелось бы сходить бы, наверное, на озеро. На озеро хотелось бы сходить. Половить немножко жаб. Ну, посмотрим. Так, один столик у нас остался. Нужно будет, когда вот этот 8 уровень откроется. Вот, смотри, там что-то есть. Даже подъем на 2 этаж, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Или нет? А нет, это не лестница. Ну да, есть 2 этаж. Ну и тоже... Будет у меня таверна со 2 этажом. Мне нужны, вот, помощники мне нужны. Я не хочу один играть без помощников. Ну, не в плане, чтобы со мной живые люди ходили, а чисто NPC-шки помощники. Я надеюсь, игра продумала это все. Так, а ну, дай собрать. Блин, бродильню надо убрать куда-то. В другое место. Чуть-чуть подвинуть ее. Давай сюда ее поставим пока мисс. Чтобы нам проще было убираться. Все, есть. Нужно следить за порядком.
Ну и тоже с такими деньгами за куру по 350. Смотри, я покупаю себе, получается, за 75 пшено. Выращиваю его 20 штучек, и все, и мне не шикарно. Кстати, по поводу пшена. По поводу пшена. Нужно будет еще посадить, сейчас закупить. Надо будет как-то жарю забегать к речке, посмотреть на озере, там что-то есть. Хотя, возможно, нам по квесту нужно будет туда бежать. Посмотрим. Так, шикарно. Шикарно. Есть. Идем смотреть. Нужно еще 4 штучки. Раз, два. Где еще есть? Давайте, буквально еще 2 штучки и все. Я буду доволен. Давай еще белых добавим, давай. Давай купим еще одну куру. Бонжур, давай мне куру. И дай мне расходник, семена ячменя. Есть. Сейчас мы отправим куру в загон. Пойдем ячмень посадим. И подождем как раз его. Так, где наши семена? Вот наши семена. Блин, а я могу расширять свой огород, либо не могу? Как думаете? Так, а здесь мусор. Наполнить мусором. Но у меня мусора пока мест нету. Если честно, мусора у меня пока мест нету. Так, что у вас здесь? 10 из 10? 10 из 10, хорошо. Давай посмотрим, что у нас еще появилось новенькое. Что мы там упускаем? Так, домашние свиньи появятся на 14 уровне, хорошо. Так, понял, всего лишь 20 уровней, да? Так, расходники, стрелы, но нет у меня мебель. Круглый стол... Посудомойка, сундук, печка, компостная, плита одна, конфорочная, бродильня, варильня, полка, картина, музыкальный автомат. Ага. Ребят, на 8 уровне автоматическая мойка, смотри. Это ли не шикарно? Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось до 8 уровня. У нас будет с вами автоматическая мойка. Гриль Про, большой сундук, доска заказов, алхимическая лаборатория, ага, самогонный аппарат. Блин, ну я хочу автоматическую мойку на 8 уровне. Все, ждем-с. Нужно будет выполнить пару квестов, немножко поработать в таверне. И у нас будет с вами автоматическая мойка. Ну что вы? Где яичишки? Скажите, пожалуйста. Курей-то много, а вот яичишек мало. Идем, продадим нашу куру за 350. Да вообще нужно будет походить по нашей локации. Что я хотел? Куру продать. Расходники. Раз, два, три. Вот так вот. Мне стрелы нужны. Но в любом случае. Знаете, что я думаю? Может быть, попробуем с вами взять заказы на дом. Вот, к примеру, подойти сюда. Доставка еды. Вот L. Кукуруза, ячмень, кукуруза. Взять это все. И походить, просто подоставлять. Как думаете? Чтоб они не в таверну к нам ходили, а чисто на заказ работали. Так, мне нужно 2 яичишки, пожалуйста. 2 штучки, можно? Вы даже не нямаете. Так, ну, придется подождать, ребят.
тут по-другому никак. Рисо, по-другому тут никак. Давай, наверное, сделаем вот так. Во, теперь у нас точно должно всего хватить. Может, сходим поохотимся пока мисс. А на кого нам охотиться? На кабанов? Либо на пчел? Может, на пчел поохотиться? Чтобы мед добыть себе. Так, еще одно, да? Еще одно, и мы сделаем для коровки самый сладкий, самый вкусный кексик. Хотя мы можем просто взять арбалет и завалить ее, и не делать ей кексик. Но нет. Мы не такие, так что фу-фу-фу. Ну, давайте. Давайте, мои зайчики, мои курочки. Нужна еще одна штучка. Ага. Так, статус, чистота, обслуживание 100 и 100. Чем быстрее вы обслуживаете посетителей, тем больше опыта получаете. Разнообразие 100%, репутация 97 из 100. Чем выше репутация, тем больше клиентов придет к вам в таверну. Хорошо. А где... Я таки извиняюсь. Крабовое мясо, ля. Морковка, ага. Свежий карась, свежая форель. Яблоко, ячменная брага. Что-то хотел сказать, где же вкладка с помощниками? Ну, по идее, ну, должна быть здесь такая вкладочка. Вот, все, есть. Идемте готовить кексики. Так, а погоди. Нужно собрать, чтобы не забыть, что у нас все это с вами есть. Просто если у нас здесь не будет помощников, если у нас не будет помощников официантов, там, поваров, то... Я думаю, много столиков ставить я не буду, реально, я не вижу в этом смысла. Я не смогу бегать на второй этаж вот так вот постоянно за всеми следить. Так, яйцо, держи. Приготовить. Ага, 5 кексиков пошло, да? Отлично. Давай, наверное, лишний ячмень мы сложим. Сделаем вот так вот. Ну, можно сложить. Еб твою. Здорово. Как оно? Вот эти вот постоянные налеты на меня. И топориком тебя сейчас забараним. Все, хорошо. Раз. Да. А кексиками закусим. Так, требуется тарелочка. Хорошо. Держи. Пошли. Пошли отнесем коровки. Наш самый классный, самый вкусный кекс. Здорово, коровка. Держим. Вот тебе вкуснейший кекс. Спасибо. Прямо мечта сбылась. Приятного перекуса. Так. Му, рутинные дела в таверне. Хорошо, 7-й. А нам нужен 8-й уровень, правильно? Да, нужно набрать 1000 опыта, чтобы у нас с вами открылся новый уровень, 8-й. И мы смогли, во-первых, дверки вот эти вот открыть. И посмотреть, что там находится. А во-вторых, взять посудомоечную машину себе, автомат. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Думаю, на этом мы просто сохраняемся. Я открою таверну сейчас по одному человеку. Ну, то есть с этим столиком. Немножечко попродаю им все. Что у нас тут есть? Да. Жарю, попродаю все это, все, что у меня есть. Наготовлю все заново. И тогда уже мы... У меня кукуруза в меню осталась. Не, давайте, наверное, кукурузой мы, знаете, что сделаем? Восстановим себе здоровье.
все, 100%, да? Да, давайте ее съедим. Она нам не нужна. В принципе, она нам не нужна. Сейчас мы вымоем тарелочки. Я думаю, можно с чистой совестью и с чистыми тарелочками заканчивать. Все. Еще раз всем спасибо. Всем до потом. И пока-пока.